Пешеходного маршрута. Вот здесь вот уже видно табличку, объясняющую, что здесь что. Там вдалеке уже видны указатели, что далее проход запрещен без пропусков, потому что дальше пограничники начинают уже контролировать. Федерации. Здесь граница России и Грузии. Да, а собственно Кюль, вот оно находится перед нами. Можно спуститься туда вниз, но мне что-то чисто не охота. Сейчас очень медленно еще назад возвращаться. Да и мне кажется, здесь с этой точки лучше. Коричневая, вот думал, это такая вода какая-то запахнет, просто обмелевшая. Вот из оттуда с водопадика, да, и течет, и вот поступает как раз вот в озеро в деле. Ну, там можно даже походить, только вот прямой, только что какой-то турист ходил, а вот этого коричневого. Красивое место, я очень рад, что я сюда добрался. Наверное,